Так, друзья, затянула меня опять эта стихия. Доброго времени суток всем. Меняем тактику. Вот тут, как называется в Якутии, бурхан или как? Меняем тактику. Взял специально вязочку. Вяжем. Вот, повыше привяжем, повыше. Вот она наша, оранжевая, как на путике, все как положено. Должно это повлиять на клев рыбы обязательно. Как дальше будет, не знаем. Опять две единицы. Там Николай с Пахой. И мы с Вадиком тоже все бросил, поехал. Вадька посмотрел тоже. Рыба клюнула большая. Все, все сорвались опять. Собирались на пасеку ехать. Ну, я хотел на пасеку ехать. Там порыбачить. Встретился с мужиками в годах. Они говорят, есть там рыба. Там внизу, там плес длинный перед колючкой, прям перед границей. Там рыбачили. 80-е года. Ну и все. И Паха скинул это видео с этим линком на 6 килограмм, 300 грамм. Опять поехали. Уже начали вязочки вязать, в общем. Сейчас еще мимо ключа поедем, надо задницу помыть всем. Кто грешил, не грешил, надо всем. Николай там что-то качает уже. Я уже воздушил в печке. Но я и понял, что ты на бугор заехал. Да нет, нас просто... А что думал, я не, занесло, не знаю, как печку занесло, это? Нечаянно. Я знаю, что ты знаешь. Это я с виду дурак. Нормальный. Это обертка. А хотел ехать, друзья, на пасеку туда, к себе, все. Вот он, Паха, поймал линка этого. На 6300. На 6300, блин. Показали, поехали, Леха, рыба клевать начала. Я за месяц, говорит, ее повадки изучил на речке. И Влад прилетел сегодня. Я даже вчера не знал, что он должен ехать. Говорит, все, я тоже на рыбалку. Ничего себе, 6300. Сейчас хапнет, 6300. И что самое интересное, он его не ловил, но почему-то этот линок у него дома в морозилке. Вон, да? Да полз, на. Это вон, да, Паш? Да не знаю, это у Коля спрашивает. Это тот линок у меня дома, да, 6300? Этот еще Лехи говорит, что там, говорит, полбешка, да, тебе дали, да? Я там такой линочек вижу хороший. Вот он это, рыбацкий азарт этот. Ну, посмотрим. Ну, сегодня прохладненько, да? Ну, конечно. Этот раз не буду уже говорить, что у нас куча снастей, приманки, всего. Сейчас хапнем, уже все скромно. И, кстати, там Сергей Саныч с Владом на речке. Они тоже меня звали. Я говорю, не поеду. Они на 131-м на этом уехали. У нас в телеграм-канале этот проект, который там Иваныч, Влад, они там собирали, колеса делали, ободрыши с краза. И вот этот проект, он туда уехал сейчас уже на речку. И они там, они говорили, поедешь? Я говорю, не, я к себе поеду. Надоела меня эта река, рыба капризная там. Вот, они сейчас там. Ну, мы, в общем, доехали, вот эти двое опять начали надо мной издеваться. Я уже буду жаловаться тогда. Издеваться? Роспотребнадзор. Вот этот Чубайс, вот этот вот он говорит, я светом рулю. Да. Все, говорит, кто жалуется, я отрубаю. А вот этот его вышибало, или как его, телохранитель. И все, ну куда ты попрешь? Да, мы не трогали его, платили его мне за свет. Вот тебе сразу скинули за свет, и будет свет. Все, мы добрались. Бабушка или девушка, платите. Да. Вот так вот они. Так, тортик. Тортик, пожалуйста. А я еще кусочек. Проверь, Леша попробовал его, вкусно говорит. Кусочек, да, Леша, ага. В смысле, кто, он ел? Ну да. Че ты? Торт? Да как я тебе вот по вот этой тряске буду торт есть? Ты сам вообще подумал? У меня ни ножа, ни ложки. Короче, это надо газовую эту поставить. Да, ты же говоришь, что я сделаю. Я сделаю. Сделай. Сверло бешено. Все, сейчас мы разбираем барахло, раскидываем. Короче, готовим. И это. Каждый готовит сам себе. Не, варим пельмени. Ага. Там пельмени. Леха с Пашей у нас 10 дней ловит.
Чисто питаемся рыбой. Ленок был 300. Алексей сказал, сегодня он 6320 вытащит. Один хотя бы. Ну хотя бы один. Побольше. Да. Что-то цифры такие, до стрельки считать не умею. Вы тут начинаете. Коле не понравилась дверь, в общем, вот здесь. Он решил ее переделать, вот сегодня здесь поставить. Так, Николай сходу установил газовую плиту, баллон за стенкой. Все тут облагородил, включать не разрешает. Сказал, пользуйтесь по старинке печкой. Все, засыпали пельмени. А не, он говорит, давайте варите там. Я говорю, уже все на печке закипело. Ну, пельмени сейчас засыпал. Остыла вода чуть-чуть. Ну и пельмени чуть-чуть это подслиплись, пока ехали. Получается. Приобрели где-то новый вариант пельменей. Тесто, получается. Тесто. Они стоят во сколько раз дороже, чем обычные? Ну, раза в 4. Не-не, эти стоят там где-то что-то 200 с чем-то, а это по 400. Ага. Получается, тесто. С этими... Прослойки какие-то. Нет, Лёх, ага. Тесто смешиваешь с фаршем, размешиваешь, ага. Потом кусочки режешь, ну, кубиками. Это твое производство? И варишь. Ну, конечно, моё, смотри, вот оно. Ты тесто? Смотри, какая красота, да? И вот это только у нас такая фигня продается. Не, офигенно, у попробуйте, него. Кто там. Вот, смотри, вот пельмени. Вообще просто, вот где такое найдешь? Чтобы так... вот тесто было промеж фарша, вот так да. Вот все. Вот как так закрутить, да? Тесто смешиваешь с этим, с фаршем. Полосочки и режешь. Да. И вот оно получается. А рецепт-то вообще до простоты да. Очень простой. Всего-то надо заморозить пачку пельменей, а потом... А потом порезать. А потом порезать их ножом. Я хотел сказать, ну как тут... Смотри, по сути, блюдо, да? Да, вообще, офигенное, просто. Давайте патент сделаем. Как-то украсить его там, и всё. Патент у неё сделать. Я говорю, мужики тогда на рыбалке нашли, они всю неделю питались этой рыбой. А потом нашли пачку пельменей замороженных, топором порубили, они говорят, вкуснее пельменей в жизни не ели. Ну вообще, да? Смотри, красота какая. Не, ну вообще, по сути, на туре, да? Да, просто вообще. Ну, такое интересное такое блюдо получилось. Ага. Спасибо. А кто резал? Это спасибо большое Алексею. Спасибо большое Алексею, я разморозил их. Паша их порезал. Коля их, получается, сварил. По сути, можно. Не, я думал, вообще развалится сейчас, разлетятся. Не, вот на куски их режешь. Вот теперь можно так всегда готовить, пацаны. Да. Да. Короче, всегда скидываем в одну емкость. Да, 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 и все. Нас хозяин угодий провожает, говорит, когда вы отсюда свалите уже. Проконтролировал, что подогрев сиденья этого включили, вот этого тоже. Чтоб не забыли. Поймали, блядь, большую Так, ну что, ветер подутих. Да и был бы ветер, и был бы клёв, я бы все равно камеру включил. А так, сковородку наловили одну. Жарёхи на ручейника. А крупная рыба и это игнорировала. Пару раз на лягушку что-то дёрнула, но не, это, не зацепилась хорошо. Вот. Поедем мы с Пахой завтра за крупняком в низа. Да, сегодня ровненько было. Да, можешь
застанем Сергея Саныча с Владом. С ними порыбачим. Может быть, у них там поинтереснее рыбалка внизу. Так что, Саня, Димка, Ренат, дядь Саша, если смотрите, в общем, все по старой схеме. Сначала не клевало, а потом вообще перестало. Вот. Вон орлик наш стоит там в маре. Паха переживает, что сейчас может не завестись, замерзнет. Утром грели, стартер замерзал. Этот плес опять. Мелочевки Паха наловил на ручейника, а на лягушку нифига. Одного я чуть-чуть потаскал и сошел. Нечего показать. Все, ладно, собираемся. А самарейка-то у нас народ бывает. Только на вот. Я проводок зачистил, потыкал, нашел, что горит. Картошку чищу. Наказанный. Ты представляешь, сколько людей удивилось, вот когда видят, что... Морковку надо? Я морковку сюда даже. Николай сегодня свет сделал. Ужин, ужин сейчас приготовит. Кто? Соболя поймал. А, еще и соболя поймал. Камеры не было, не запечатлел. Хотел рыбу показать вам. Никто не видел сегодня на рыбалке рыбу. Хоть на столе можно ее посмотреть. Вот. Но. Весь наш улов поместился на тарелке. Да. Нормально, что он чуть-чуть есть. Я ситуацию выпрямил. Как ты ее выпрямил опять? Вот сейчас, вот что ты сейчас придумал? Ну, в смысле, вы мне могли пожарить. Я вам предложил дать этому, он пожарит. А, вон как выпрямил. Я думал, по поводу поклевок. Спасибо тебе тоже за рыбку. Ага. Паша, спасибо тебе огромное. Рыбка очень вкусная. Всем спасибо, все свободны. Все. Донки делает. Вчера не успел. Сегодня успею. Живец. Живец. Контент. Слышишь, чуть хату мне не спалил. Ну можно я вот эти, я там, блин, сижу. Че, на пороховой бочке. Смотри, сжег ковер мой новый. Персидский, блядь. А теперь стал какой? А? Еще вот красивее. Ты дырка. Узор теперь еще красивее. Короче, я ковер. Ты че? Слышишь, а когда вот ты ходишь, меня снимаешь там это из-под полы, нормально? Покажи ему глаз, Влад. Какой шоколадный, в смысле? Выключай свою камеру. Вот так как, вот, да? Что там свои бардаки показываешь? Ты что-то там наколото у него, по-моему. У ужас. Него, да, ну подсмылось, он просто моется часто. Этой губкой, этой железной. Ужас. Алексей. А. Ну прекращай. Покажи свое калообрезательное кольцо. Лёха, правильно. Слышишь, я вообще такого слова ни разу не слышал. Медицинское. Да. Ты узнавал где-то? Блядь, вот это куда-то калообрезательное. Я сам недавно узнал. Лёха, что ты там включил, это Сёма? Все, выключаю. Но ты же пока сверху моешься, потом снизу. Калообрезательное кольцо свое будешь мыть. Ой, блин. Ой, засада. Влад, скажи, что бани не хватает. Вообще бани не хватает. Просто там банька. Люди, помогите баню построить. Помогите баню построить. Ой, блин. Вот так вот и мучаемся. Ладно, вот друзья, доброй ночи. Мы продолжим. Лимы и блины. Еще караеды надо. Караеды возьму. Так, собираемся к Владу Сергею Санычу мы в дорогу. Наши общие друзья передали шнапс. Ну, один не доехал. Он выпал случайно. Случайно выпал по дороге. Вот. Знали, что Сергей Саныч там с Владом, попросили передать. Но у меня есть чем заменить. Здесь лежит. Сергей Саныч будет очень рад таким гостям.
Надеемся, мы их на речке найдем сейчас. Так, надо сейчас еще сверху сюда. Ну, смотрите, какой даже этот термобокс хороший. Оп, да. Все по размеру. Коноплянка. Что, ложкой можно, да, постучать? А сейчас сюда это... Коль, ты там, умеешь? Лягушки, короеды. Все сверху. Наживку. Вот столько вещей у нас, братва. Аппаратура для съемок. Там то, что может замерзнуть. Овощи, фрукты. Блин, удобный этот термобокс. На пасеку ездим же постоянно. Все, что замерзает в кабину, места мало. Вот сейчас будем в нем возить. С виду так это небольшое, а засунули туда очень много продуктов. 75 литров. Он 72 часа сохраняет тепло, холод. С ним еще аккумуляторы эти шли холода. Ну, в морозилку кидаешь, это летом. Можно рыбки привезти, будет с речки. Ну вот. Собрались. Сейчас туда поедем, мужики навстречу едут. Скажут, все, рыбы нет, валим. Делать нечего тут. Вот так компактненько уложили. Приехал, ой, вышел директор нас проводить в добрый путь. Сказал, может быть, к нам приедет. А, буру еще пахнет, надо забыть. Что, должны большого сегодня поймать? Сегодня не знаю. Завтра должны. Я такую бочку нашел с соляркой. С соляркой? Да. Молодец какой. Давно лежала, видать, советская еще. Солярка качественная должна быть с тех времен-то. Литров 250 литров в ней. Хорошая бочка. Вот с нее печку делать хорошо в гараж большой, да? Не, она ну, хорошая. Ну, печка что, должна быть хорошая. А там есть чугунная печка в одном месте. Тоже здорово. Найти ее надо. Нет, она есть. А, есть? И труба там. А. Там китайцы стояли там 20 лет назад. Ну да, мы всегда после китайцев тоже находим. Там чугунная печка. У нас две печки после китайцев тоже нашли. Да? Да. Ехали-ехали, балаган их стоит. Вот. Нашли. Все эти бочки, хватит памяти нет. Что-то мы пообщались. Скорее всего, она 300 литров. 300. Солярка есть. Вот так. Ну, нашел когда. По-любому там должна быть солярка, когда находишь. Просто ее, так, короче, ты пустую, смотри, зачем я находить? Я сначала нашел, на GPS, ну, точку поставил. На следующий год приезжаю, подхожу к ней. Ну, еще больше солярки, нет, да? Нету, слышишь? А здесь вот солярка и чуть-чуть. И медведь ее укатил вниз. На. Я потом, ну, как так, блядь, что, вот она забыла. Кто ее забрал, где ее забрал? А тут ниже, смотрю, вон она. Вот так он ее с бугра скатил. Затер ее тут. Не, ну ему тоже надо заправляться, конечно, вот, что. Вот есть вот это. Ага. Солярка чуть-чуть вытекала. Да, солярка для медведя, как шампунь для тебя. Да. Ага. Короче, я ее загрузил. Квадрик. Квадрик сверху. Молодец. Один. Да. А в тебе-то здоровье немерено. Не, если кому-то, я бы ее не загрузил. Солярки еще литров, не знаю, 40. Все, к друзьям едем. Минус 23 и ветер. Одел ветрозащиту там такую с губки. Может, помогает, скажете, если ветер. А хотя буду монтировать сам, услышу. Фигню несу какой-то. Короче, нам надо проехать порядка 17 километров. Ну, примерно, если Влад там вниз вообще не уехал. Доедем потихоньку. Порядка 10 километров проехали, вот первые рыбаки стоят. Ветер, вон, смотрите какой, сносит сразу дым с печки, с трубы. Все ломятся внизу. КамАЗ. Короче, можно чуть-чуть сниму? У мужиков, говорят, тоже не клюет. Лунку там внутри пробурили, короче, и долбят. Мы им говорим хотя бы с дороги, на лед бы заехали. Да не, говорят, лед провалился, говорит, этот, ножи все засахатели. Сидят, точат ножи.
Ну а мы внизу, они говорят, не знаем, ехать вниз, не ехать. Надо ехать, чего раз уже приехали, надо же рыбу искать. Есть попить вода? Друзья, мы кое-как их нашли. 3 часа мы ехали по бескрайним этим морям, болотам. Да уже разворачиваться хотели. Я к Паху говорю, ну давай еще проедем, ну давай еще. Ну... Паха, тут ты сколько лет не был в этих местах? Лет 10, говорит, здесь не был. Представляете, как они забрались? Я думал, ну километров 15 там. На МТЛБ тут ездили. Ну 15 километров, ну 20, ну мы уже 40. Сколько мы? 40 проехали, пап? Нет. Нет? Вон он, Сан. По времени же дольше получилось. Чего ты подглядываешь там? Тебя подслушивать поставили, ты подглядываешь, блядь. Улыбается. Сергей Саныч нас встречает. Ужас! Как же они далеко заехали, а? Очень далеко. Хотели разворачиваться уже, честно. Уже 2 раза Паху просил. Говорю, давай еще чуть-чуть, давай еще. Сергей Саныч, а была возможность где-то поближе вам рыбу половить, а? Мы уже видели. Саныч, уже хотели разворачиваться, слышишь, братан? 2 раза. 2 раза уже. Здорово, мы братан. Мы уже собираемся отваливать. Вы не гоните, вы что гоните? Яндекс, доставка только. Здорово, братан. Привет. Кое-как вас нашли, нифига вы, знакомьтесь, Паха. Наш мужик, блин, из пролетариев, короче, нашинских кровей. И что, не холодно на нем? Да вообще жарко, ты посмотри на... Капец, вот вы забрались, а. А что рыба где ваша? Поймали, блин. 2 мешка, ребят. 2 мешка. 2 мешка это уже рыба. Ну приглашайте, Сергей Саныч, в апартаменты. Нам было не холодно, но погреться очень хочется. Ой, блин. Да я вообще думал, блин, не дай бог на этой тачке. Мари бескрайние вообще. В сапогах держал пальцы. А, блин. Офигеть. Яндекс доставка. Там Костя с Лехой вам передали там посылку. Заедь, говорит, в магазин, забери мне, там как сфотали. Бухла, что ли? Да там батарея целая. Кого нахуй? Мы здесь и так с будки не вылазили. Труба дела. Мы вчера пошли вниз. Чуть-чуть здесь дырок насверлили. Мама, не горюй. Подставушки ставили? Да толку там нету. Нету. Да? Рыба. Че, плохо клюет? Ну все просверлили. Там эта речка просверлена до нас, Леха. Мама, я тебе говорю, там столько дыр. Хабаровский край, Амурская область. Там на какие-то шреки, не шреки. Хрен поймешь, кто тут на горцевах. Шерпы. Шерпы, кого? Тайпаны. Там просто вот такие дороги. По речке уже ездят, ну тайпаны. Я вообще удивился, почему Влад еще не съехал в реку. Форестерская. Блин, как вес. Переломка, да, какая-то? Нет, это тайпаны. Резина форестеровская, делают они такую резину. Так, Золотая. Ладно, братцы, мы отогреваемся. Тайпана там, сейчас тайпана, обсудим. Там же сплошная шестеренка идет, это германская. Хотел показать, какую колбасу мы сегодня будем употреблять. Блять. Пищу. Матершинные слова не надо употреблять. Лось, мы не могли сейчас толпой прочесть, что тут марский. Царский, лось царский. Все. А вдруг марский? Марсианский? Марсианский. Его звали Марс. И рябчика. У якутов его звали Марс. Рябчика мы в таком виде, друзья, ни разу не видели. Лося же колбасе лежит. Ну да, на Дальнем Востоке такого нет, лося. Саныч, ты хоть раз, братан, видел в жизни рябчика в таком виде? Это грудинка, ебать. Нет, ну и так я мог бы сделать, только... Ну, по такого... красоте, видишь, смотри, завакумировали, все. Вообще в охуенном состоянии. Как будто его только вот сегодня пригорбил. Я просто вижу, как Саныч пытается без мата что-то сказать. Да. Рябчик.
Грудинка, бля. У него больше нет ничего там. Не, ну одна грудинка и вторая грудинка. Да. Да, вот они их пополам. Хопа. А кто писал? Протянули. Это наш очень хороший человек. Не-не, все четенько. Не, это видно репки. Все. Это тоже курятина. Оставляем. Копченый, да? Ну, может, чуть подвяленый. Ну, грудка белее, белее курина, там вообще нежная должна быть. Разберемся сейчас, кто с какого военкомата в аккуматор попадал. Так, и тут у меня еще... Так, у меня фарш есть еще зюбрина здесь. Ну, не знаю, пригодится он нам, нет. Ну, вот... Фарш у него достал, да? Не-не. Мы бы здесь на месяц могли с тобой остаться. У нас это, землятина еще есть. Я, мама, не горюй. Курятина домашняя есть. Тушенки набрали. Не, мы же к ним торопились. Саныч, я хотел поинтересоваться, это с какого показа мод у тебя клифт вот этот? Меня даже, блядь, это угорает. Это с Версальской недели мод или откуда? Версаль? Версаль. Ну, наверное, я не знаю, тут была фирма там сзади. Это такая нормальная. Влад, Вадя, ты ему говорил, что он на рыбака мало похож вот в этом пальто, полупальто. И что, тебе тепло? В нем? Да. Бля, я в нем уже какой раз здесь угораю. Покер у мороз. Это же не матершина, покер у мороз. Это высокая мода, Саныч. Высокая мода. Надо... Я пойду дрова пилить. Надо придерживаться ее. А то нам потом худо будет, потому что четыре палки, мы уже думали это навинтить. Так, чистоплотные наши зрители, которые смотрят в данный момент, если вы видите какой-то здесь творческий, так сказать, беспорядок, не обращайте на это. Вот вы себе даже не можете представить, как вот эти вот машины до сюда добираются и как это все летает в Кунге. Мужики раскидали вещи, все это разлетелось, все это соберется, уберется. Но машина ездит не по асфальту. И то, что иногда порой пишут люди, что вот беспорядок, там вот в таких условиях ездит. Да нету, я просто говорю, что лишнее выкидывается, что не замерзает. Остались. Мы бы сейчас уехали, кому-то бы остались. Вон я еще там напилил чуть-чуть. Но... Может, это да не, есть, знаешь, такие чистоплюи, типа, вот они ездят где-то по водохранилищам рыбачат. Ну, там, блядь, ну да, там асфальт, все, четенько доехали, а ты по этой качке попробуй доесть. Тут, тут иногда внутренние органы местами меняются. Почки с этим, с селезенкой с какой-нибудь. Залавливаются. Да, где-то пересекаются. Да, тут уже про какие-то вещи говорить не приходится. Братцы, 30 минут стучал, да, Вадя? Сколько мы тут? А вот по семечкам можно определить. Вот сколько шелухи. Сколько? Ну ты пошевелись хоть. Во! Это он где-то минут 10 назад, да, я говорю, что-то клюнул. И потом опять подошел. А вы, Вадя, говоришь, тут бурили, не клевало, да? Вот и все. Вот, не хочет она, и все. Я уже хотел камеру достать, посмотреть, что там есть вообще подо льдом. Хоть что-то клюнуло, ё-моё, Паха. Вот что значит, рыбаки настоящие приехали, да, Пах? Да не, я угораю, конечно. Мужики как бы тоже старались поймать. А чтоб я пока лягушку заморозился. Я камеру уберу. Она какой-то другой этой системы. Послать, блядь, подальше. Ты думаешь? Ну как, ну дальше, кроме как туда не пошлёшь. Дальше дна не пошлёшь. Да. Мы уже перебазировались. Кунгу пришли, тут просверлили, что-то дернуло. И нифига, камеру опустил, линок там такой. Где-то полкило. Прогулялся мимо, и все. На лягушку, ноль эмоций. Влад говорит, пошли повыше. У нас ужин. Планируем завтрашний день. Сергей Саныч сказал, покажет нам рыбные места. Где хорошо клюет. Он сказал, я все знаю. Дожить только надо. Да, до завтра осталось только проснуться.
живыми и невредимыми. Сергей Александрович, а тебе принципиально у нас фарить вот этим фонарем по шарам? Блять, ну я про него просто забываю. А вот чмык, он как телефон выключает. Перезагрузка, кстати. Плохо светит, короче, берешь перезагрузку. Так, там у нас супчик с курицей, с домашней. С фазаном. Не, курочка. А, его же можно по центрам подвинуть сейчас, да? Мы сковородку убрали. Подешевле сделать. Вот там поставил, он быстрее закипел, кстати. Все равно, там дорого нахуй. Хорош балдеть, да, Серый? Не, он сейчас будет маслать, натурить, куропатку. Блять, 15 минут мяса варить. Там как будто две зажигалки вот сейчас горят. Три спички. Да хватает, вот этого хватает. Да? Ну да. Вам-то за неделю виднее, как бы. Шурпу, как оно? Да нет, нахуя на гараже шурпу так же делают. Все, она загазовалась, нахуя. Вот есть кубаночка какая-то у нас. Кубаночка. Томатная. А, нихуя. Это на борщ мне мамка дала. Про нее только что на дыбаре. Мне там лайфхак показывали сейчас на этой. Не-не. Сейчас будет борщ со звездочкой. Как нет, открывать? Ее можно так кушать. Да? Вот сюда можно в центр вывалить, она подогреется, да? А-а-а. Что, замерзло? Не, да? Ваня, там вот это, нормальный ингредиент. Не замерзло, да. Домашнее чисто. Или в эту, давай чеплашку вот эту вот. Ну, конечно. Давай. Так она нам поставить некуда. Вытирай. Сейчас мы поставим. Давай я вон ту убери. Давай в сковородку прям в середину, в центра. Ну, да? Сюда, ну, да, конечно, вот полчуть. Чуть-чуть. Вот часть, это мы сейчас. О, разберем. Это надо вываливать, оказывается, еще. Все это у нас будет фирменное блюдо этой реки. Что-то здесь сверху еще не хватает. Я знаю. Оливочек еще. Не, все там хватает. Ладно, продолжаем дискуссию. Нет, извините, друзья. Мы секреты не распространяем. 12 ночи, мы тут пахой по столушке ходим, проверяем. До этого ходили где-то час назад. Потом в карты сели играть. И опять пошли. Ну, пока в холостую. Да что-то маловато мы расставили, но побольше получили. Хотя, вот вообще всего живца, да? Ага. Сейчас раздербаним, а лучше завтра по дню где-нибудь попробуем. Вот сегодня здесь на живца сошел днем. Потянул и все, и это сошел. Вот такой хороший. Я ему перчатку здесь и порвал. Вырубая на полную. А вот это вот так? Нет. Это я тебе въебал. А что восьмерка там делает? Ты ее выкинул? Я туда. Не знаю. Забери ее себе нахуй. Ты что, гонишь? Ну а что они вместе были? Ну конечно. Серый, что ты начинаешь? Сюда, восьмерку. Вот ты ее забери себе. Пускай она у тебя побудет. Что, упала? Конечно, да, у тебя с руки прям. Пацаны, ну не видел, ладно. Хуй на нее. Уже почти кладу ее засунул туда. Уронил. Ты ну пиздец, ну ладно. Давай сюда, у тебя есть. Я знаю. Давай. Мой друг. Давай. Ты попади по столу-то, ё-моё. Бэм. Как я и хотел, в принципе. Пальта под стол. Ты думаешь, что ты хотел? Сука, ну я въебусь. Потом. Ну хотя, хуй ладно, так, тузики присутствуют. Так, вафель. Чё у нас козырь был? Пики. Слышишь, у тебя извилина твоя давно не шевелилась. Да, блин, а шапка подкидывается, слышишь? Похуй, да там нехуй долго думать, но у тебя же есть, сука, ну, ты что, давай надо сюда. Надо иметь в виду все. Кого ты там в виду, у тебя, блядь, две карты там тесть есть. Тесть нахуй. Но ебать его рот, пиздец. А что такого? Хуя, вот этот косяк, ебать рот.